Всем привет! Ну-ка, кто-то не видно, пишет. Сегодня мы в необычном амплуа. Про машину мы рассказывать ничего не будем, мы просто в ней едем. Едем сейчас, хочу сказать, что мы едем на выставку, на сельхозвыставку в Большой Исток. У нас есть, проводится сельхозвыставка. Это та выставка, где я брал трактор в 2005 году, ВТЗ-2048. Мне вот хочется посмотреть, что там новенького на этой выставке сейчас, что изменилось, как они всю эту технику готовят, может что-то может и понравится, присмотрим, может быть. Вот, ну когда мне приходил тот трактор, он приходил за неделю до выставки, и они меня попросили оставить трактор ВТЗ-2048 у них на выставке, чтобы мы там его сделаем предпродажную подготовку. Сидим, что-то мы все. Я, ну ладно, вроде как бы нормально. И потом, когда я на выставку прихожу, а стоит мой трактор, прошелся по рядам, стоит трактор, а под трактором два больших пятна. Один спереди, солярка бежит, и под коробкой масло. Я говорю, блин. Еще тогда Россель был у нас, как его? Губернатор. Губернатор области. Я думал, ну и раз губернатор будет, может быть, они мне техосмотр, ну как, предпродажную подготовку там офигенную сделают. Ничего подобного. Вот сейчас мне просто интересно, прошло уже, получается, 17-й год, 12 лет прошло, посмотрим, что изменилось, что новенького там у них. Вот. Тогда я еще говорю, я больше у них брать технику не буду, но мне вот просто интересно, вот тупо интересно, что это будет. Вот здесь еще тоже вон этот. А там стройкомплект. Стройкомплект. Тоже тракторами торгуют. Вот. Еще у нас выставка Урал-Экспо проводится в экспоцентре. Но там бывает строительная и сельхозтехника, там все вместе большое. А здесь вот именно по сельхозтехнике, то есть вот белорусы, даже вон реклама уже, блин, сними вон флажки. То есть вот видите, народу уже понаехало, сейчас найдем куда припарковаться, куда бы нам припарковаться. Так, туда на территорию, конечно, не пускают. Так, улица Свердлова, 42, да? Ну давай сюда заедем, что ли? Блин, тут машина. Вон тебе машина. Здравствуйте. Заезжайте в территорию, вот так по кругу убежайте, там где-нибудь место найдете. Можно, ага, спасибо. Вот видишь, уже меня радует, что даже охрана... В тот раз нас вообще никуда не пустили. Выставка такая была. А тут, говорит, уже место мы найдем. Так, мы место найдем, а куда мы пройдем? Вон туда, где заезжайте. Сейчас где-нибудь тут приткнемся. Выставка вон, походу. Так, нам далеко отчасовать надо будет, наверное, идти. Там, говорит, по кругу, если можно, вон, видишь, где стоят машины. Езжать туда по кругу, после знака стоп. После знака стоп, там выставка сама, мы по ней не проедем. Сейчас посмотрим, там, говорит, по кругу. Че, ворот это нельзя открыть, что ли? Ну, да хрен его, наверное. Так. Выставка это у нас, в принципе, ну да, вот. Так, и что, здесь можно где-то зайти, что ли? Вот давай вот там припаркуйся и туда пойдем сразу. Где он там, сигналит? Так. Вон в начале возле Сеткина. Вот как раз последняя машина. Так, там ворота еще где-то. Нет. Давай на солнышко поставим, чтобы на солнышке машинка маленько грелась. Вот сюда вот так. Так, по кругу. Там надо... Доставь мы ее здесь, пошли. Значит, мы можем туда заехать прям? Ну, вон они, говорит, где-то. Ну нет, а вон между цехами. А ладно, машины ставим. Короче, пошли тут пройдемся. Давай. Че? Ну все, вперед. Идем.